Так, это нам показывают девочку из Украины. Варинская Диана. Да. Тоже Бруси. Так, тут, наверное, уже... Диану мы видели и на этап Кубка мира совсем недавно, в этом сезоне уже. Ну, вот здесь уже другая работа. Здесь понятно, все-таки девчонка хорошо обучена и, ну, очень загибается в таком... прогибается. Ух ты, какая корпус. Связка хорошая, мощная, мощная связка, молодцом. Лёд Качёва сразу с поворота, да, на сальто вперед здесь... она сделала, здорово. И здесь переходы на 360 и соскок достойный. Молодец, просто молодец. Но вот так, в общем, молодец. Но судья, который будет сейчас ее, ну, который ее судили, они, конечно, будут сейчас ее кое за что наказывать. Ну, все-таки имеет она уже успехи, большой, да? Багаж опыта, да. И в Баку на всех этапах Кубка мира практически золотые медали брала на брусьях. И в Баку в 2017 году, и в Осиеке хорватском тоже на брусьях. Угу. Упражнениях на бревне там, ну, же. Потому вообще... что вот эту связку нам... Вот почему-то тут так очень подсогнула ноги, знает, что могла зацепиться. В том году вообще очень удачно выступала. Ну, опять же, на этапах Кубка мира, но тем не менее. Ну, молодцом. Сейчас посмотрим, во что ее здесь оценят. Но когда ты сказал о том, что она уже в некоторых стартах, так скажем, более высокого значения менее, но уже завоевывала свои позиции, группу, но не показали. Да. Выступала. Ну вот Варинская Диана, пожалуйста, 5,9. Вот такая оценка, в принципе, даже неплохая. У Варинской 13. Да, 13, да. 13 800, ну, под 14 баллов.